Всем привет, ребят. Сегодня у нас будет роллинг, и будем выяснять, сколько надо на Колю, чтобы выбить воодушевление. По предварительным данным, 50к уже не хватает, потому что тут у нас есть студенистый рыцарь, 15 штук, за которого дают 20 осколков огнекрыла, 5-е воодушевление, не знаю, что это с ними случилось, еще и нет, 5-й сет. Ну, остальное все как бы такое себе. Поэтому будем пробовать выбить 15 студенностей. Так, первый пошел. Ладно, давайте. Тактика по 150. Второй. Ну, герои как-то мне вообще в последнее время перестали падать на основе. Так, Купидон. Еще раз Купидон. Так, три уже есть. Я не посмотрел, сколько там самого было. Будем. Потом так, Седна, ну неплохо, за 150. Бульдозер. Но студенности что-то не падают, только три штучки. Еще одна Седна, что у нас сегодня будет повторение? Купидон, Купидон, Седна, Седна. Четыре, как обычно. Так, ворожей. Так, наконец-то четвертый. Триант. Ну, как-то вообще так печально падает. Что-то не то. Ладно, развлечься в рейде. Так, отлично. Ну что, поехали дальше. Ну, сразу одержимый. Надо чаще, наверное, через рейды бегать и ролить. Так, ну всего лишь 4 штуки. 5. 6. Бигфут. Ну, неплохо. Леди Лео, хранитель. 7. Да нет, что-то они опять начудили. Варлок. 8. 9. Сердцеедка. 10. Вот, наконец-то 10 уже есть. Фея. Так, фея там, по-моему, тоже в призах есть. Поехали, еще поразвлекаемся. Так, 10 есть, да? Ну, как-то печально все. Варлок, рыцарь тьмы, да, надо пробовать через рейды бегать. Только заходишь в этот, сразу же падает легенда. Так, Тесса упала нам. Валентина, Медуза, Повелитель бури.
Смерть. Ну, по-моему, все уже. 14. Ребята, 14 побежали обратно в рейд. Ну, если так брать, в принципе, неплохо по героям нападало. Правда, единственное, я не посмотрел, сколько самого, я уже потом посмотрю. Ну, в принципе, вроде как и падает. Так. Ниндзя. Хранитель. Призрачный всадник. Вот, вообще огонь. Вот, студенный рыцарь. Так, смотрим, что у нас получилось. У нас, в принципе, получилось собрать все. Единственное, мы паладина не собрали. Фея забрали. Ну, тут, если смотреть, 30к. Ну, не знаю, посмотрим, сколько у нас на это все ушло. Давайте еще попробуем по 150 паролить. Может, испытаем удачу. Сказал 150 и нажал по 450. Сердцеедка варлок. Паладин. Вот то, о чем я говорил. Вот так вот. Собрали мы полностью Колю. За сколько самов я уже посмотрю потом. В принципе, собрали все призы. И сейчас мы еще кое-что сделаем. Интересное. Ой, аж нос зачесался. Так, вот такие вот призы. Ну, я считаю, что это неплохо, учитывая, что дают воодушевление собрать полностью все там. Сумму я потом посмотрю. Неплохо. Это особенно для бездонатных аккаунтов, которые копят на эту акцию. Вот этот талантик, конечно, для ихних тыковок будет вообще просто имбическим. Ну, еще и коробочку выберу. Ну, в общем, мы по максимуму все сделали, как обычно, на основе. По-другому тут не бывает. Раньше, конечно, нам давали ремочки. Сейчас я хочу еще кое-что сделать. Только не с этим героем. А немножко с другим. Вот наш Минотавр. У него есть бог войны и есть железная воля. В принципе, ему железной воли хватает. Бог войны уже, по сути, для него не особо актуален. У меня вчера, кто смотрел вчерашний стрим, выпало как-то неожиданно две грубых силы дополнительно. И поэтому мы сегодня сделаем вот так вот. И прокачаем грубую силу. Вот так вот. У нас такой вот Минотавр, грубая сила. Вроде как бы топовая сборочка. Это мы уже, думаю, проверим. Сейчас я его где-то запущу. Если вы уже хотите увидеть обзор очень быстро, пишите комменты обязательно и ставьте лайки. Сейчас мы его где-то тестанем. А уже полный обзор, думаю, запилю. Так, отдельно. Просто интересно посмотреть, что же сейчас будет, если вдруг он кританет. Вот такая у него сборка. По сути, должен нормально долбить. Так, Анубисом сейчас уберем всех юнитов. А мы всех юнитов не убрали. Не получилось. Так, ну-ка, удиви нас. Крит не сработал. Ну,
какое-то непонятное, непонятное действие. Надо будет уже его испытывать на подземочках. А тут, по-моему, крит сработал. Но неплохо так гасит, я вам скажу. Надо будет его еще полностью переобуть. Думаю, будет интересная темка. Ну, уже потестируем очень скоро. Так, Анубис. Что будешь делать? Чак, жизнь, боль, короче. Так, где бы так цепануться нормально? Но судя по тому, как он только что раздавал, то, в принципе, думаю, для него будет очень интересный талантик. Так. Ну, не знаю. Потестируем это уже в ближайшем будущем. Вот будущем, блин, тьфу ты. Вот так вот, ребят. Такой вот был сегодня у нас Коля. Мы его нагнули очень быстро, причем затратив не очень много самоцветов. Но что будет дальше, уже посмотрим. В принципе, сегодня неплохой был талантик. Я решил его забрать. Хоть у меня 4 было, но воодушевление лишним никогда не бывает. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делайте репостики. Обязательно участвуйте в акции на Некроса. Всем пока.